внедрения реальной цифровизации невозможно развитие экономики, невозможно развитие отраслей промышленности и социальной сферы. Сделаем все, чтобы ваше пребывание в наших стенах было полезным, результативным и, опять же, вне зависимости от результата для каждого из вас, чтобы вы уехали отсюда с убеждением того, что не зря провели эти несколько дней в стенах Уральского федерального университета. Чемпионат нужен для того, чтобы привлечь в отрасль электроэнергетика, ну, таких заинтересованных, мобильных, моторных людей, безусловно, талантливых. И это для них первое погружение, которое позволит им найти себя в дальнейшем. Так получилось, что химии было в кейсах очень мало. Было очень много автоматизации, информатизации. Собственно говоря, цифровые технологии наступают, и это очень остро чувствовалось. Но я хотела бы сказать, что ребятки все справились. Они умнички, они молодцы. И отдельно хочу сказать спасибо организаторам, фонду «Надежная смена», всем нашим партнерам, всем тем, кто нас поддерживал, помогал. Просто небольшая рекомендация. Это все-таки поглубже погрузиться сначала именно в суть производства и идти от частного к общему, а не от общего к частному. То есть только поняв, как работает производство, можно предложить наиболее оптимальный вариант по увеличению его эффективности. Впечатления самые яркие. Чемпионат, действительно, отборочный этап этого чемпионата удался максимально ярко. Он был полезен и для участников, и для экспертов. Отдельно порадовала именно подготовка внутри университета, потому что такие отборочные этапы, они сродни торжественному открытию, сродни торжественному финалу. Проявили себя отлично и команда организаторов, и сами участники проявили себя с лучшей стороны, что отмечали эксперты по всем направлениям. Все было очень супер, спасибо большое организаторам. Соперники были достойные, но мы лучше их. Мы за 2 года участия смогли сработаться все вместе таким образом, чтобы наша команда была максимально сбалансирована и мы максимально были настроены на победу. Советую ребятам в первую очередь, да, не опускать руки, идти до последнего. И главное быть креативными. Не делать прям непосредственно, чтобы все по шаблону, а как раз таки суть в том, чтобы предложить свой стиль, навязать свою игру.